единого шанса побороться за результат. Здесь они, в общем, не то что по-прежнему есть, а можно сказать, что... Не сказать, что вот сильно момент. Уступают армейцы. Вот он момент. Антон Калошин, да, автор первого, пока единственного забитого мяча ЦСКА в этом матче, мог сейчас дубль оформить. Может быть, не столь эффектный,